Ой, что сейчас будет? Жош, мнемоник. Патроны привез на ружо. Это страшненькое кривое. Можешь потянуться, ну там как получится. Еще и рычит. Заканчиваю эротику, ребят. Привет, ребят. Привет, мои хорошие. Ой, что сейчас будет? Сейчас расскажу, покажу, узнаете. У меня есть пол мешка цемента, он еще не закоксовался. То есть его можно еще использовать. А для чего, сейчас расскажем. Да, Жош. Жош, мнемоник. Дело в том, ребят, что было принято волевое решение сломать коптильню. Нафиг. Сломать для того, чтобы она снова возродилась из пепла, восстала и стала гораздо лучше. Чем сейчас и займемся. Ну, было все гораздо лучше. Это смотрел. Трубы не вижу вообще. А вот она. Это я трубу когда завалил. Сейчас будем выкапывать и лишать вот этот очаг или место установки нашей трубы, ну, земли в принципе, чтобы нечему было осыпаться. Опа! Опа! Ну что, ребят, вот такая у меня ямка получилась. Есть огромное желание бока вот так обложить шлакоблоком, чтобы земля не обсыпалась туда. И днище тоже залью раствором. Такую микростяжечку сделаю. Это для начала. Шлакоблок у нас на улице. Сейчас надо потянуть минимум штук 8. На пол, ребят, ну для стяжки, чтобы крепче было, не знаю, как правильно назвать, ложу сеточку 5 на 5, простую, для армирования. Наверное, не обязательно. Опа. Привет, сейчас я денежку вынесу. 5 сек. У тебя машина уже другая? Да. Растете? Не-не-не. Да. Красавчик. Сейчас. Молодец. Товарищ приехал, ребят. Патроны привез на ружо. Заказывал, просил. Потому что в Ставрополь у нас не продают, в Ставрополь надо ехать. И себе покупал, и мне. Блин, со сдачей. Все правильно, все правильно. Не, ну это ж денежка, вот, все идет. Телефон, смотри. Да что ты мне отчитываешь? Короче, понял, оказывается. Эту херню. Нет, да, ну. Ванюк. Нет, знаешь как? Что ты? Все должно быть четко, да, как бы четко. Ой, ну ладно, спасибо огромное. Все, нет. Классно, теперь заряжены. Ты в Ставрополе работаешь сейчас? Не, ну я в селе работал. Товарищ говорит, надо патроны. Я говорю, ну надо, поедем. О, молодцы. Поехали сразу на всех. На тебя там, на его. Правильно, друга. Правильно. Да, чуть почуй, знаешь, как бы. Тысяча, она все равно разлетится, а это уже есть. А то, что поэтому ценится в любое время, патроны и хлеб. Да, да, да. Ну, теперь заживем, ребят. Ребят, ну это для примерки, я положил пока что. Туда еще половинка ляжет. Фу, ну что-то как-то не так представляется, как я, как планировал, что ли. Я думал, вот этот круг будет гораздо больше, и вот эта промежность, дырочка, будет тоже гораздо больше. Ну, в принципе, пойдет. Главное, что это все зальется и не будет характерной грязи, не грязи, я не знаю, как правильно сказать. Фух, будет все чисто, аккуратно, четко. Теперь надо выпилить вот эту половинку, чтобы засунуть. Болгарка сейчас, херакс. И замешивать раствор, бетон. Блин, оказия, часы целые, ремешок сломался, ребят. Блин, вот это вот хрень. Пиптик с этой стороны есть, видите, а с этой нет. Сломался. Теперь я буду с такой полосой ходить, блин. Бесчасовый пацан. Опа! Что-то вырисовывается. Еще один-два шара
Выгоним обязательно, чтобы выше земли было по-любому. Ну, чтобы это сделать, надо замешивать раствор. Есть. Ох, тут бы найти этот песок в зарослях бамбука. Блять, Валерик, остатки былой роскоши. Ну, надеюсь, нашкрябаю чуть-чуть для себя. Опа. Воды мало, сразу залиплось. Сейчас размоет. Хрен там, не размыло что-то. Блин. Может, так лучше будет. О, чепляет за ту прилипшую и отковыривает. Но вообще мне густой раствор нужен. Жидкий не пойдет для кладки, чтобы не вытекал. И нужную толщину создавать. Толще раствора подложил, ну, чтобы выравнивать шлакоблок. Как-то так. Все, пусть вымешивают, ребят. И в бой. Кстати, бассейн, смотрю, подсыхает. Но ему неделю надо высохнуть, чтоб. И будем плескаться, купаться, развлекаться. Давай, 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 давай! Оп. Есть. Мешай дальше. Опа. Ребят, по уровню сейчас выравнивать не буду. Это буду делать уже на втором слое. Лень. Вот тут надо. Оп. Низовье, как я хотел. Опа. Опа. Никуда оно не денется. Опа. Будет шик и блеск. Вот так. Что-то получается. Страшненькое, кривое, но до боли любимое. Думаю, все получится, как итог. Четко, ребят. Но если видно, так ровно. Так не очень ровно. Странно. Что-то не зашло. Ладно, подровняем потом. Так. Опа. Так. В принципе. Вот такая фигня получилась, ребят. Чудо-колодец. Сверху станет труба и вокруг бетоном зашлепается. Вот это все надо засыпать землей сейчас, чтобы не разъезжалось. Ну и вот эта куча земли, она в принципе не нужна. Вечером позову братишку, ну или завтра, и вот эту трубу поставим. Просто ее надо прям приподнять и поставить. Типа вот так вот, ну как, нельзя, можно завалить систему, она еще плохо просохшая. Ну, вы поняли.
Вот так. Офигенски. Теперь у меня земля там просыпаться не будет. А то чуть дожди, вода поплыла, че земля. Нафиг. Все, пусть чуть подстынет. Звонок брату, другу, то есть. Другу, брату, брату, брату. И ставим эту фигню. И будет счастье. Вот так вот получилось. Блин, раствора еще осталось. Ужас. В принципе, сейчас, когда вот эту фигню поставим, трубу, ее по кругу надо будет обмазать. Но там немного пойдет. Ну, остальное что-то куда-то придумаем, засунем. Тихо, Боб. Грызет. Не грызи меня. Ты дома, Антох? Можешь потянуться, ну там как получится. Мне на коптильню бочку поставить, сам не потяну. Но опять же, грязная только, Антох. Что-то одеть. Давай, хорошо. Ну на велике так, чтобы быстрее. Ну и как тебе удобнее, смотри сам, конечно. Оказывается, все легко и вольготно, ребят. Сейчас братишка потянется. Ставим вот эту чуду-юду. И я ее буду обмазывать снаружи, дабы не было пропускания характерного дыма. Думаю, так не поставим, ну чтобы не повредить вот это строение. Оно еще не застыло. Ремень под трубу подденем и так, думаю, получится лучше. Ну, вот такого плана, типа буксирный трос. Блин, надеюсь, выдержит. Труба тяжеленная, а это такой он какой-то не очень крепкий. Но и не самый слабый. Попробуем, если кого-то по лицу лыснет. Ничего страшного, красная полоса, которая со временем пройдет. Ну, думаю, так. На всякий случай еще раз покажу то, что получилось, потому что могу потом, ну, когда трубу уже поставим, уже не покажу. То есть вот так. Ставим трубу и вокруг обмазываем раствором. Боб! Ты же должен делами нужными заниматься, а не баловаться. Умный пес, типа. Угу. Я тебе глаз вырву сейчас. Ты что изучит? Зараза. Гляди, какой хозяин тут, а? Приехал собачий макинтош. Че-че? Походу приехал собачий макинтош. О, надо получить. Я понял, труселя его. Классно. Ну, нам тоже уже все пришло, только вот эти остались. Смотри, бочка. То есть ее надо поставить стоя, и вот так вот стоя и поставить. Ну, там еще, видишь, не застыло. Я думаю, может, ремень, он зеленый. Ты знаешь, под ремень. Ну, давай попробуем. Сейчас ее просто поставить, подсунуть ремень. Я понял. И поставить, сейчас. Подымем ли на ремне? Пробуем? Давай. Не шелудить. Вольно выдумку. Да, почти сейчас. Чуть подровнять, Антон. Я сам это сделать, но по-любому не мог. А дело что, у меня раствор, Антох. Надо сейчас вокруг замазать, ну, чтобы щелей не было. Его или выкидывать, или ставить. Ну и замазывать сразу. Как-то так, сейчас замажу и будет счастье. Подлец непослушный, бегом домой иди. Не слушайся. Тебя шо воруют, Бобик? Говнючок, беги. Фу. И не слушается, ты гляди какой, улыбается. Ага. Ну как по мне, ребят, получилось гораздо лучше. Сейчас обмажу вокруг цементом. Братишка ушел, помог, большое ему спасибо. Обмазываем и в принципе счастье. Ребят, миссия готова. Потом, может быть, по железню. Ох, вот тут косячно. Оп. Кисточка еще можно мокрой водички помочить, чтобы глаже было. Ну, незначимо. Ну, вот так у меня получилось, ребят. Труба стала выше. Тяга будет лучше. И самое главное, ничего не будет осыпаться туда внутрь и забивать не будет трубу, ну, по которой дым идет. То есть, думаю, все получилось классно, пушисто, офигенно. Единственное, вот эту крышку надо по кругу трубу обварить, чтобы не было характерных щелей, где как проходит, выходит дым. В принципе, все, ребятки. Пока, счастья, здоровья, пух. Заходите еще, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Мы вас любим, вы лучшие. Пока. Фух, после вот этих цементных работ не грех и принять летний душ. Вода уже нагрелась, я уже обкатывал. Классно, что можно сказать еще. Ау, боп.
Сейчас продемонстрируем. Ну так, чуть-чуть. Лепота! Лепотища! Поддержите лайком, ребят. Кайф неимоверный. Вот и бочка пригодилась. У-ху! Заканчиваю ротику, ребят. Пока.